الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان в этих аятах четыре основные вещи, четыре основные разные темы, которые хотелось бы поговорить. Первое, Аллах Субхану Ва-Та'аля пояснил нам, то есть те люди, которые «Ла ярджуна ликаа Раббана», те, как «Ликаана», «Ла ярджуна ликаана», те, которые не верят в встречу с Аллахом Субхану Ва-Та'аля в судный день, то есть неверующие люди. Аллах Субхану Ва-Та'аля описывает их, то есть и говорит Субхану Ва-Та'аля, то, что их дела в судный день будет «Кахабаа Манфура». «Хабаа Манфура» — это что такое? Это, ученые говорят, подобно горы, вот, которые Ухуд мы видели, большие-большие горы, они твердые, они сделаны камушки из камушек, то есть тяжелые. То есть они твердые горы, они сильные горы, но однако эти горы будут из золы. Если на них дунешь, они превратятся в ничто. То есть, субханаллах, на сегодняшний день есть, например, неверующие люди, которые что-то делают много, и они думают, что это благое что-то. То есть если открываются какие-то фонды, открываются там, например, там даже то же самое Билл Гейтс, сколько он там, например, тратит там сиротам и так далее, неимущим, там свое имущество завещает и так далее. Но однако, если он делает этот человек не ради Аллаха Субхану Ва Тааля, какое-то благое дело, то в судный день это дело будет подобно горе из золы, на которую дунешь, и оно превратится в ничто. Также ученые говорят, что субханаллах, любое дело, которое человек делает не ради Аллаха Субхану Ва Тааля, и как часто шайтан делает нам с вами васвас, как часто шайтан делает нам васвас, и бывает, что у человека в процессе он что-то хотел сделать ради Аллаха Субхану Ва Тааля, и потом шайтан ему нашептывает, его не отменяется, и у него это действие делается не ради Аллаха Субхану Ва Тааля. Поэтому, субханаллах, когда вот всегда верующий человек, всегда именно шайтан хочет подойти к таким людям, которые практикующим мусульманам, к религиозным деятелям, тем, кто на пути Аллаха Субхану Ва Тааля, те, которые тратят на пути Аллаха, дают закят, садакат и так далее, как только шайтан ему нашептывает васвас, где-то его где-то похвалили и так далее, может быть, уже быть рия и васума, может быть, у него некое такое, удивиться он самим собой сможет, уджб бин нафс, с собой удивляется и начинает делать уже деяния не ради Аллаха Субхану Ва Тааля, поэтому верующий всегда должен быть бдительным в этих делах, чтобы все его дела были ради Аллаха Субхану Ва Тааля. Потому что если его действия будут не ради Аллаха, сколько он бы ни делал, не тратил миллионов, миллионов там благого он делал, но если у него не отпоминается и будет не ради Аллаха, их действия будут кахаба аманфура, подобно золе, горы из золы, из вот этой золы дунешь, и оно судный день, то есть человек придет удивиться, обрадуется, и ничто превратится в вот твои дела, которые были не ради Аллаха, субхану ва тааля.